Привет-привет! Может быть, вы думаете, что яркие эмоции и необычные фото в необычном музее Титикака закончились? Вы ошибаетесь! Здесь этих диковинок со всего мира так много! Недаром посещение Титикаки приравнивается к кругосветному путешествию, в котором будет интересно, любопытно, познавательно – и детям, и взрослым. Наша тема на сегодня – по секрету всему свету. Ну что, поехали! Дорогие друзья, вот и закончилось наше кругосветное путешествие, не выходя из дома. Вы узнали все самое яркое, интересное и занимательное, что есть на нашей разноцветной планете. Вы получили такие сведения, которых нет ни в одной учебной программе. Вот он какой, музей Титикака. А вы... молодцы! И поэтому сотрудники отдела иностранной литературы присваивают вам звание «Международный магистр-эрудит», с чем вас и поздравляем! Пока-пока!